Ты знаешь, Соника, книга, которую ты написала, это история о том, что произошло, верно? Это лишь маленькая часть того, что произошло на самом деле, и книга еще не закончена. Ты назвала ее «Обитающий в тайном месте» или «Под кровом Всевышнего». Откуда ты взяла это название? Я взяла это из Псалма 90, стих 1. И позволь мне прочитать это. Потому что я думаю, что это очень уместно. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Как вы можете доверять Богу, если у вас нет опыта, в котором вы научились зависеть от Него даже до смерти? А тайное место — это место, где общаетесь с Богом, где Он учит вас своему характеру. Это тайное место, которое может понять только вы и Он. Как в той песне «Я пришел в сад один, а потом ты пришла». Но роса все еще на розах. А потом говорится: «Конечно, Он избавит меня от ловушки птицелова. Он избавит меня от сети ловца, от гибельной язвы». «Перьями своими осенит тебя, и под крыльями будешь безопасен. Щит ограждения — истина его». Когда что-то идет не так, и люди говорят: «О, что это то-то и то-то, вы что-то сделали не так, это ваша диета, это то-то и то-то». И ты оказываешься в больнице, они спрашивают: «Что вы едите? Из-за этого вы заболели?» А потом, в конце концов, они говорят: «Я никогда не видел, чтобы кто-то так быстро выздоравливал. Что бы вы ни ели, пожалуйста, продолжайте в том же духе. Разве не так? Не боишься ужаса в ночи, стрелы, летящие днем, и язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень?» Думаю, мы уже пережили все это. Но вот этого опыта мы еще не имели. «Падут подле тебя тысячи, десятки тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым». Именно в это историческое время мы сейчас и находимся. Очень скоро Бог положит конец этому бедствию, происходящему на земле. И когда будет сделана разница между теми, кто верит, и теми, кто не верит, таково обетование. Но прежде чем вы дойдете до этого обетования, у вас будет много ужаса в ночи, много моров, язв. И книга еще не закончена. Нет. Она закончена, но история еще не завершена. На самом деле, я впервые назвала книгу «История без конца». Потому что когда это время на земле закончится, она будет продолжаться, это будет бесконечная жизнь, вечная. Это правда, но в данный момент ты должна пребывать в тайном месте Всевышнего, только так вы сможете не сдаться. Не сдаваться. Никогда не сдаваться. Не сдаваться.
живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Нам нечего бояться за будущее, кроме того, что мы забудем, как Господь вел нас и Его учение в нашей прошлой истории. Это Сэм. Мы называем его Сэмом, потому что не знаем, Саманта он или Самуэль. Это выяснится, когда он снесет яйцо или не снесет. Так что пока он просто Сэм. Знаешь, Соника, неважно, насколько великой становится оппозиция, всегда найдутся те, кто признает и положительные стороны. Так что не все так негативно. Дядя Френч всегда говорит: два человека за решеткой. Один видел грязь, а другой видел звезды. Вы можете всю жизнь смотреть на грязь, а может и сосредоточиться на звездах. Не все в этой церкви против того, что мы проповедуем. Есть много людей, которые приняли истину благодаря этой проповеди. И есть многие, кто находится в этой церкви уже много-много лет, третье, четвертое или пятое поколение. Они ценят многое из того, что мы делаем. Помню, как президент одной конференции сказал мне: «Он не может понять, как я могу так проповедовать. Он посетил целую серию моих лекций. Он говорит, что так нервничал, когда я говорил так, как я говорю, что он буквально держался за свой стул, чтобы не выбежать из зала». И держался за свой стул. И он сказал, что через некоторое время понял, что единственный, кто хочет выбежать из зала, это он. Помнишь это? Да, помню. Он рассказывал нам. А затем сказал, что все остальные слушали, и решения были приняты. Люди приняли истину. И затем он понял, что разным людям нужно разное. И есть разные методы и способы, которыми можно проповедовать Евангелие. Мой метод, наш метод заключается в том, чтобы очистить дом, убрать мусор, чтобы вы могли увидеть красивые камни. Другие люди говорят только о красивых камнях. А люди заходят в дом, видят грязь и нечистоты и сразу уходят. Так как насчет того, чтобы сделать все наоборот? Проповедуйте о грязи, которую нужно убрать, чтобы вы могли оценить красивые камни. А затем, когда вы войдете и увидите грязь, вы скажете: «А, я знаю эту грязь».
Но здесь и все прекрасные камни. Поверьте Господу на слово. Изучите обетования и используйте их по мере необходимости. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Счастлив тот, кто в искушении находит свою душу богатой в знании Священного Писания, кто находит убежище под обетованиями Божьими. Тот президент конференции позже стал президентом Униона, а потом решил, что пришло время рукоположить меня в пастыры. И на огромном лагерном собрании с множеством докладчиков из-за границы, некоторые из которых уже умерли, одним из них был Ричард. Помнишь? Все они присутствовали при моем рукоположении в пастыры. Само по себе рукоположение — это как печать одобрения церкви. Так что этим нужно дорожить. Но это еще и паспорт, позволяющий проповедовать. Они были там все одновременно, и жизнь взорвалась, и произошло существование. Ничего не взорвалось. Из этого ничего не начало существовать. Именно потому, что я так сильно желаю работать ради спасения душ, я не поддаюсь немощи. Я твердо решила, что пока Бог позволит мне жить, я буду возвещать миру весь предостережение. Я хочу, чтобы мой голос дошел до многих, прежде чем я оставлю свои труды. Но не все страны с радостью принимают такую проповедь. И некоторые, особенно в Европе, были настроены очень против и не оценили тот факт, что я действительно был рукоположен. Но это не делает рукоположение недействительным. И какими бы ни были испытания, какими бы ни были скорби, с годами я понял, что чем сильнее противодействие истине, тем более известной, заметной становится истина. Так, например, если вы едете в Европу, а руководитель церкви поднимает шум и предупреждает всех никогда ни под каким предлогом не посещать лекции этого человека, это лучшая реклама, которую можно сделать. И залы будут наполнены. Помнишь это? Да, помню. Сколько раз это происходило? Возвращаясь к президенту, который рукоположил тебя на том лагерном собрании, скажу, что он ценил евангелизм. И на том собрании он сказал: «Люди, мы собираем деньги».
Когда мы сегодня собираем пожертвование, оно пойдет на евангелизацию. И все они были против него и говорили, нет, это должно пойти на... Они были в долгах, чтобы покрыть долг церкви. Они были в долгах. И тогда он сказал, нет, мы будем использовать их для евангелизации. И ты можешь вспомнить, что тогда произошло. Мне сказали, хорошо, давайте тогда сделаем второе приношение. И они сделали самое большое приношение, которое когда-либо делали. И оно все пошло на евангелизацию. И он сказал, давайте возьмем второе приношение. И благодаря этому приношению вся церковь избавилась от долгов. Поэтому Бог удивителен. Он хочет, чтобы вы в первую очередь думали о Его послании, а все остальное приложится вам. Поэтому, когда в Европе проповедуют против истины и пытаются помешать вам проповедовать, это не дает ничего, кроме рекламы. И когда они обвинили меня в судах Германии, и в итоге расследование затянулось на год, и мы не знали, каким будет результат, я сказала тебе, что ты должен быть готов лететь туда и предстать пред судом. Да, а потом, возможно, и в тюрьму. Но правительство полностью оправдало меня. И тогда можно было бы ожидать, что церковь скажет, ну, извини, мы совершили ошибку. Но до сих пор этого не произошло. Но это не важно. Люди знают, какова правда. И Бог знает. И Бог знает, какова правда. И истина восторжествует, что бы они ни делали. Они запрещают меня, запрещают мне посещать церкви, я не могу проповедовать в церквях. Они не проповедуют в целом, потому что они должны задать себе вопрос. Во времена учеников им говорили, что они больше не должны проповедовать от этого имени. И что же они сказали? Они шли и проповедовали от его имени. И они сказали, мы должны повиноваться Богу больше, чем людям. Поэтому, если я убежден в своем разуме и сердце, что Господь возложил это бремя, это послание в мое сердце, и если я не проповедую его, значит, я действую против своей совести. Поэтому они могут кричать сколько угодно. Если бы их крики убедили меня в том, что они не плоды, тогда я бы остановился. Но если их крики лишь доказывают мне, что все больше и больше людей принимают истину, тогда сколько бы они ни кричали, я буду игнорировать их, пока Бог не скажет мне прекратить проповедовать Его послание. Многие люди пишут нам и говорят, что они были католиками, они были атеистами, они были эволюционистами, они были оккультистами, но они вышли и приняли истину. Да, у нас один за другим появляются люди, вышедшие из тайных обществ, люди, вышедшие из секретных, тайных военных организаций. Есть очень много людей. И самое интересное для меня то, что они охватывают весь спектр, от беднейших из бедных до самых известных из самых известных, от кинозвезд до людей с очень низким уровнем образования. Это охватывает весь спектр. И вы говорите себе, неужели у них не должно быть возможности услышать эту истину? Один руководитель сказал мне, очень известный руководитель, он сказал мне, ты не будешь проповедовать эти вещи. Он немедленно должен остановиться. И он приказывал мне остановиться. Я вышел оттуда и сказал, Господи, что мне с этим делать? И когда я выходил, ко мне подошел молодой человек, обнял меня и сказал, я последователь Новый век. Спасибо, что проповедуете истину. И я вошел в зал, и дядя Френчи был со мной. Человек подошел ко мне и сказал, спасибо, что проповедуете истину. Я принял ее. Он был нейрохирургом. А затем пришел третий, он был геологом-эволюционистом. И он тоже принял истину. И я сказал ему, разве они не должны верить в эти вещи? Итак, я мог спокойно игнорировать то, что говорил тот руководитель. Почему они говорят такие вещи? Потому что они,
как наша кошка любит греться под солнцем принятия других церквей. Они боятся, может быть, даже опасаются последствий гонений. Я думаю, Дух Пророчества очень ясно говорит, что когда придут гонения, эти люди не будут укреплены испытаниями за то, что они не отстояли истину, когда нужно было. В этом мире вас ждут испытания. Я ожидаю испытаний, но не боюсь их. Господь знает, что я могу вынести их. Он даст мне силы выстоять. Он поддерживает меня в моей слабости и даст мне силы идти дальше и знать, что Он идет по этому пути, подготовленному Господом. Когда солнце садится за горизонт, я не могу не задаться вопросом, не кончается ли отсчет времени для этого мира. Мы проехали всю Европу по следам реформации. Что движет нами? Мы верим, что Божий народ в конце времени должен быть восстановлен. Он будет восстановителем проломов, восстановителем путей к жилищу. Мы верим, что Божьи заповеди, которые были нарушены, должны быть восстановлены. Мы верим, что мир должен услышать весть. Весть трех ангелов, записанную в 14 главе книги Откровения. Мы оказались в удивительных ситуациях. Бог открывал для нас двери. Это было невероятно. Мы попадали в такие места и стояли там, где и не думали, что сможем стоять. И на закате, я верю, что закат этого мира очень-очень близок. И мы должны сделать личный выбор. Мы не можем прятаться за церковными властями. Мы не сможем прятаться за властями этого мира. Мы должны основывать свои решения на Слове Божьем. И поэтому сегодня, если вы слышите Его голос, не ожесточите свое сердце. Что случилось с твоим бедром? О, это была очень интересная история. На выходные к нам приехала наша дочь Таня. Она была представителем медицинской фирмы и приехала к нам на выходные.
Мы смотрели путешествие пилигрима Джона Буньяна. С ней что-то случилось, она сказала: «Теперь я понимаю, в чем вопрос. Почему это такое тяжелое путешествие?» А потом она в то утро, рано утром, часов 6 ушла. А ты был на ферме, чинил трубу. И я вспомнила, что мы не помолились с ней, потому что она сейчас на той стадии, когда она понимает, что есть истина, но еще не утвердилась, не укрепилась в ней. Я побежала за ней, чтобы сказать: «Не уходи, пока мы не помолились». И я забыла, что когда я забежала за угол, перед этим я сложила там дрова и споткнулась от них. Но это было не просто спотыкание и падение. Это было что-то, что подбросило меня вверх. Казалось, что меня поднял ветер. И я упала на мостовую, это были грубые кирпичи. И я могла услышать, как рвется эта часть. Я слышала это, потому что это было рядом с моим ухом. Я до сих пор вижу там шрам. Я слышала, как рвалась плоть. Это была большая рана. Я не могла встать. Я кричала. А затем пришел ты. Я просто случайно оказался в тот момент. Ты помог мне подняться и отвез меня в больницу. Нам пришлось проехать около 50 километров. Я мучилась от боли. А в больнице сказали, что у меня сломано бедро. И мне пришлось отправить тебя в другую больницу. А они там отказались использовать машину скорой помощи. Там стояло 4 машины скорой помощи, кажется, 4. Это была государственная больница, 4 машины скорой помощи. Но они отказались отправить тебя машиной скорой помощи, потому что у тебя платная медицина. Если бы у нас не было медицинской помощи, они бы прислали тебе машину скорой помощи. Я сказала, что я заплачу за скорую, но эта женщина, она была такой упрямой. Она отказалась, и доктор так рассердился на нее, отругал ее, но она просто стояла и говорила: «Не дам никакой машины скорой помощи». Затем он помог мне, и мы затащили тебя в мою машину на заднее сиденье. Ты была на простыне. Мы сняли тебя с тележки, затащили в машину, и мне пришлось ехать с тобой по этим неровным дорогам еще 100 километров. Да, 100 километров до следующей больницы, где тебя прооперировали. И тут они обнаружили, что у тебя раздроблено все бедро. Им нужно было достать кость. У них не было искусственной кости. Тогда они нашли другую больницу, которая находилась 80 километров. И там была эта кость. Они положили кость в машину и повезли ее в эту больницу. Но на полпути их остановила полиция, из-за чего образовалась километровая пробка. И ты 8 часов лежала на операционном столе в ожидании кости. Да, ожидая кости. А потом ко мне вышел хирург и спросил: «Где вы были, когда произошел этот несчастный случай?» Я ответил, что был на поле, на ферме, чинил трубы. Он спросил: «Есть ли у вас свидетели?» И я подумал: «К чему этот человек клонит?» Я спросила: «Зачем?» Он сказал: «Ну, здесь что-то не так». Он сказал: «Это необычный несчастный случай. Это похоже на то, что кто-то взял большой шест и просто раздробил бедро. Я хочу знать, где вы были и есть ли у вас свидетели». И я подумал: надо же, этот человек считает, что это сделал я. Но, к счастью, там был рабочий, помнишь? И Таня была там. Да, и моя дочь была там. Это был ужасный несчастный случай. Это был такой тяжелый перелом, потому что был сломан таз, сломана впадина, сломана бедренная кость. Это был настолько тяжелый несчастный случай, что мне запретили даже касаться ногой земли и стоять на ней в течение 6 месяцев. А теперь у них была искусственная кость. И моя плоть должна была прирасти к этой кости. Она просто не прирастала, потому что ее нечем было удерживать. Столько винтов, столько всего, и ничего не происходило.
И врачи сказали, что если она не перерастет, то ее придется ампутировать всю ногу. Да, всю ногу, от бедра. И мы сказали, хорошо, мы попросим Господа помочь нам, потому что мы уже ничего не можем сделать. Врачи не могут ничего сделать. А с дядей Френчи у нас была запланирована поездка в Иерусалим, на Ближний Восток. А затем мы должны были поехать в Ламелинду. Все было запланировано. И вот я на костылях, я сказала, нет, я поеду. Ты была упряма. Почему ты была такая упрямая? И да, я была упряма. Как ты научилась быть такой упрямой? Я думаю, Господь хотел, чтобы я прошла через этот опыт, чтобы у меня появилась вера в то, что Он собирается что-то сделать. Поэтому перед самым отъездом мы собрались на лагерную встречу, и ты попросил пасторов помазать меня. Пришла моя подруга и провела детоксикацию, потому что я принимала много лекарств. И так она провела детоксикацию. Но это процесс, это удивительно. Сначала Бог очищает ваш разум, проводит детоксикацию, затем помазывает вас, а затем Он дает вам решение. И решение пришло в Ламелинде, когда ты читала лекцию. Эта женщина подошла ко мне и сказала... Она заметила, она сказала, я знаю вам, что вам, возможно, нужна помощь, но мы же никому ничего не говорили. Мне нужны костыли, у меня не было костылей. Но она не знала, что я не выздоравливаю, что я страдала. Мне было больно, я сказала, я просто хочу сказать вам, что мой муж, кто он был? Хирург-ортопед. Он особый, он специализируется на особом способе лечения. И я сказала, нет, у меня все в порядке. Но когда она уходила, я подумала, что, может быть, Господь послал ее ко мне. Я перезвонила ей и сказала, да, мне действительно больно. Может, ваш муж посмотрит меня? И на следующий день он пришел с маленьким чемоданчиком. Он пришел, осмотрел мое бедро и сказал, у вас воспаление в бурсите, в маленьком мешочке. И это не лечится. И он сказал, он один из тех, наверное, двух человек, которые пытались это лечить. Или на самом деле он открыл метод лечения такой ситуации, да. Только один из двух во всем мире. Да, что-то в этом роде. Единственный, кажется, я точно не помню. Затем он ввел мне инъекцию прямо в бурсит по очень специальной технике. После этого мне стало лучше. И когда я вернулась домой, я все еще хромала. Я 2 года мучилась, прежде чем смогла нормально ходить. И Господь использовал мою подругу, чтобы провести детоксикацию. Господь помазал меня через пасторов, а потом они назначили мне лечение, которое сняло воспаление. Но ты должна была сказать, я пойду, неважно, больна или нет. Да, Господь позаботился об этом. Люди думают, что если ты работаешь в винограднике Господа, то жизнь будет гладкой и без проблем. Нет, сатана никогда не остановится. А сколько людей говорили, что ты сломала бедро из-за диеты? О, много. На самом деле, один пастор сказал мне, он был пастором, выступающим за реформу здоровья, и он сказал, как жаль, что ты сломала бедро, потому что теперь ты больше не являешься хорошим примером для реформы здоровья. И это меня очень задело, потому что я вела настолько здоровый образ жизни, насколько это было возможно. А потом в больнице сделали анализы твоих костей и сказали, что они самые идеальные для женщины твоего возраста. Итак, это всегда воодушевляет, когда такое происходит.
На протяжении всех моих долгих страданий я получал огромное благословение от Бога. В самых тяжелых конфликтах, сопровождавшихся сильной болью, осознавала заверение: «Моей благодати достаточно для тебя». В те моменты, когда казалось, что я не выдержу боли, когда я не смогу уснуть, я верой обращалась к Иисусу, и Его присутствие было со мной. Любая тень тьмы исчезала. Ваши желания, ваша воля будут часто пересекаться, но вы не должны унывать. Иисус любит вас и хочет, чтобы вы были счастливы даже в этой жизни и были светом в мире. Я хотела бы, чтобы вы увидели, и наши люди видели, какими они могут быть и какими они могут стать. Бог будет работать с вашими усилиями. Испытания будут приходить к нам ежедневно. В испытаниях и разочарованиях истинный характер будет развиваться. Это не значит, что испытания и беды прекратятся. Иногда вам нужны пробуждающие звоночки. И через обстоятельства, особенно когда появился COVID, и путешествия были невозможны из-за многих обстоятельств, о которых я не думаю, что мне нужно говорить в данный момент. Мы были вынуждены начать свое собственное служение, которое называется Clash of Minds, столкновение умов. Мы начали программу «Что происходит, профессор?». Мы начинали с малого, и Бог помог нам расширить Его присутствие в мире, особенно через программу «Что происходит, профессор?». Сейчас у нас есть служение здоровья, и мы собираемся открыть школу. И когда все это произошло, ты заболела. Ты ужасно, ужасно заболела. От последствий всех этих ужасных вещей, которые с тобой происходили, и от всего того, что выросло в твоем кишечнике. Это было год назад, верно? Да. И мне пришлось срочно везти тебя в больницу и делать тебе срочную операцию. И ты просто уменьшилась до нуля. Сколько килограмм ты потеряла? 15 килограмм. Ты похудела на 15 килограмм. Я смотрел на тебя и думал, неужели на этом закончится наша маленькая совместная жизнь? И мы были готовы к тому, что на этот раз ты уже не поправишься. Но вот ты здесь. Потихоньку, слава Богу. И это ровно год спустя. Ровно год. С августа по август. С августа по август. В августе того года ты заболела. И стало так плохо, и я тоже заболел, и я думала, что я не выживу. И я думала, что похороню тебя. И ты была готова меня похоронить. А там потом ты поспешила отвезти меня в больницу. После того врач сказал, что тебе лучше ехать немедленно. А по дороге я сказал тебе, это в 120 километрах отсюда. Я сказал тебе, не думаю, что мы туда беремся, или я не доеду. Но я доехал, да. И вот и ты здесь. У меня появилась ужасная инфекция. Это была одна из тех инфекций, устойчивых к антибиотикам. И было очень сложно понять, буду я лежать или не буду. Мы перепробовали все естественные средства, все, что только можно, но ничего не помогало. И тогда я дошел до точки, когда сказал, Господи, я больше ничего не могу сделать. Я также потерял 15 килограмм. И если я ничего не могу сделать, то единственный, кто может сейчас помочь, это ты. И я полностью отдаю эту ситуацию тебе.
И я снова попал в больницу. Я лежал там, и мне снова пришлось сделать операцию. Я поговорил с Богом и сказал Ему: «Я счастлив умереть, потому что у меня была очень насыщенная жизнь, очень интересная жизнь, возможно, более интересная, чем у большинства людей. У меня было много взлетов и падений, и я все еще здесь, и я благодарен за это». Но затем я сказал Ему: «Господи, нужно проповедовать весь трех ангелов. Нужно проповедовать громкий клич. И я знаю, что моя польза может подойти к концу. Я имею в виду, что я уже стар. И если в твоем мире все закончится здесь, то я приму это. И я бы очень хотела стать частью последнего послания человечеству». На протяжении многих лет я занималась активным трудом, выступая перед людьми и записывая открытия и передо мной наставления. Временами на меня обрушивалась болезнь, и тогда я обращала свою помощь душе на Иисуса Христа и говорила: «Знай, Господи, что я избрала Тебя своим искупителем. Дай мне не только духовную, но и физическую силу, чтобы я могла идти дальше и познавать Тебя». Господь никогда не оставлял меня. Он всегда был моим помощником, как будет и вашим, если вы доверитесь Ему. И если ты ищешь свой путь, чтобы сделать это возможным, то я отдаю его тебе. С этого момента меня поместили в три разные палаты. В одной палате были медсестры и люди, которые работали. И я попросил, чтобы моя диета была в гармонии с диетой, которая была у Даниила. И они очень заинтересовались. И они сказали: «Зачем ты это делаешь?» Я был больной, как собака. Меня лихорадило, меня трясло от этой инфекции. И они не могли взять ее под контроль. И обычно, в конце концов, эти инфекции убивают вас. У меня была возможность поговорить с несколькими сотрудниками. И хотя мне было очень плохо, многие из них сказали... Они понимают, что я хочу изменить свой образ жизни. Затем я отправился в операционную, а оттуда в отделение интенсивной терапии. Предполагалось, что я пробуду в реанимации всего один день, но в итоге я пробыл там 3 дня, потому что они не могли договориться, как поступить в моей ситуации. В конце концов, пришел третий специалист, посмотрел на меня. Это был уже 3-й день. Он посмотрел на меня и сказал: «Разве вы не Вальтер Файт?» Потому что он, конечно, посмотрел на мое имя, он сказал: «Разве вы не знаменитый Вальтер Файт?» Я ответил: «Нет, я не знаменитый, я печально известен». Я был подключен ко всем этим трубкам, выла сирена, потому что уровень кислорода был неправильным, и я испытывал сильную боль. И он сказал мне: «Много-много лет назад
Я смотрел ваш DVD. Это было около 10 лет назад. Я сказала, хорошо. Он сказал, о, это было очень интересно. Я получил его от своего старого школьного друга, с которым мы дружим уже много лет. Он был адвентистом. Я его очень уважаю и люблю, потому что он мой друг. И я не понимаю, почему у него такая странная религия. Он дал мне этот DVD, я посмотрел его. Он интересный. Но я действительно не понимаю, о чем вы, люди, говорите. И затем он сказал, может быть, вы объясните мне, почему вы верите в то, во что вы верите. И вот я лежу, прикрепленный ко всем этим трубкам, смотрю на этого человека и говорю, Господи, пронеслось у меня в голове, вот почему я здесь лежу. Дай мне силы рассказать ему, почему я делаю то, что я делаю. И я говорил с ним около полутора часа. Он посмотрел на меня и сказал, теперь я понимаю. Я свяжусь со своим другом и буду учиться у него, потому что я думаю, что это истина. И он был в панике, потому что у него были дела, но он пробыл со мной полтора часа, а затем он ушел. И тогда я понял, что, возможно, Бог еще не покончил со мной. Именно так. И ты заботилась обо мне, приносила мне еду, когда больничная еда была практически невыносимой, потому что они просто не знают, как готовить правильную еду. Они думают, что вы забираете все, что они дают, а потом то, что остается, и все то, что вы можете получить. Да, если вы хотите овощей, вам принесут рыбу или курицу, да. Это овощ. А потом меня перевели в другую палату, когда я вышел из реанимации, только что проведя полуторачасовую евангелизационную кампанию с этим третьим человеком. Я лежал в этой палате. Я был один в палате. И я подумал, как хорошо, я один в палате. И в следующую минуту поступил первый пациент, а затем второй. Они собирались на операции и готовили к операциям. Одна кулака осталась свободной. А затем поступил следующий человек. Он лежал в отдельной палате, потому что очень стеснялся людей. Он не хотел быть с людьми, но частные палаты очень дорогие. И вот он снисходительно согласился жить с остальным человечеством и пришел в эту палату. Он начал разговаривать со мной. Я был напротив него. Я все еще был подключен к множеству трубок и всего прочего. А затем он заговорил о религии. Интересно, если вы находитесь в больнице, люди говорят о религии, верно? А затем он начал с того, что заметил, что я ем не так, как все остальные. И он спросил, почему вы едите по-другому? И я объяснил ему, как мог, в сложившихся обстоятельствах, почему я ем по-другому. Он сказал, знаете, я всю жизнь знаю, что с тем, как мы едим, что-то не так. Так что, пожалуйста, объясните это в деталях. Я объяснил ему. Он позвал медсестру, он сказал, извините, медсестра, я хочу изменить свое меню, которое я заказал на ужин. Отныне я буду есть то, что ест этот человек. Я был ошеломлен. Я сказала, ого, это интересно. Он заказал кофе. Рядом с ним стояла бутылка с молоком. И он наливал молоко в кофе. И прежде чем поднести это к губам, он спросил меня, разве с кофе что-то не так? Это худшее, что вы можете спросить у меня в таких обстоятельствах. И я прочитал ему еще одну лекцию о кофе и молочных продуктах. Он отнял чашку от губ, поставил ее на место, позвал медсестру и сказал, медсестра, пожалуйста, уберите ее и принесите мне травяной чай, который пьет этот человек. Я покончил с этим навсегда. И от здоровья
мы перешли к религии. Он все хотел знать. Поэтому я проштудировал Даниила. Я проштудировал Даниила 2 главу. Я прошел Даниила 7 главу. Я прошел через реформацию, через откровение. Я рассказал ему все о протестантизме и католицизме. И поэтому обоим было больно. Да, мне было больно, когда я читал ему лекцию. У меня почти не было голоса. Я попытался сделать несколько вдохов, выпил воды и продолжал. Но я совсем не объяснил ему, что такое суббота. А потом ты пришла навестить. Еще несколько человек пришли навестить его. И они начали с ним разговаривать. И он был так взволнован. Помнишь это? А потом появилась ты и что-то сказала. Мне кажется, что-то о школе. И я рассказала ему обо всех этих парнях, которые пришли на проводы. Это должно было быть в пятницу вечером. Вся школа перенесла его на вечер среды, потому что он был субботником. Он соблюдал субботу. И я рассказала ему, что мы очень благодарны школе за то, что она так поступила. Я подумал, ну и как он это воспримет? Ведь я еще не объяснила ему, что такое суббота. А он сел и сказал, суббота? А как же суббота? Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней трудись и делай все дела твои, а день 7 – суббота Господа Бога твоего. Вон и день, не делай никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец твой, который в воротах твоих. Ибо в 6 дней сотворил Господь небо и землю, море все, что в них, а в день 7 почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. А потом час посещений закончился, потому что правила в этой больнице очень строгие, и все ушли. И затем я должен был прочитать ему лекцию о субботе, что я и сделал. А затем он сказал, «Это замечательно. Я пойду домой, буду изучать Библию и изменю свою диету. Я больше никогда не буду есть это и другое, не буду пить ничего, что вредно для моего ума». И буду изучать этот вопрос. И когда я вышел из больницы, я возродился. Да, я подумал, у меня было время поразмыслить, каково это пройти через долину смертной тени. Ты только что прошел через нее и вышел живым.
Я прошел через нее и вышел живым. Я был очень-очень слаб. Я не мог пройти 10 ярдов, не вспотев до безумия. И это заставляет снова и снова ценить жизнь. Да, Бог дает нам время. Время, чтобы сделать Его работу и закончить ее. И я поняла, что Бог еще не закончил. И когда я сказала: «Господи, я готов идти», Он дал мне 3 компании, которые я должен был провести в больнице. И эти люди, возможно, никогда бы не услышали об этом, если бы меня там не было. И это подбодрило меня, что Бог еще не закончил с нами, и что мы все еще можем быть жалом во плоти для некоторых людей. И они могут стонать и кричать сколько угодно. И я узнал, что могу доверять своему Богу, и что Он есть истина, путь и жизнь. И что есть финальное послание, которое должно быть передано миру, и Он хочет, чтобы послание дошло до мира. И Он опять воскресил тебя, и Он воскресил меня, и мы можем продолжить то, на чем остановились. И по Божьей милости мы сможем делать это, пока Он не придет. По Божьей милости, да, мы видим Его пришествие. Поэтому давай подбодрим людей и скажем: не сдавайтесь, никогда не сдавайтесь, просто продолжайте идти вперед. Не важно, что дьявол бросает вас. Это истина. А истина стоит того. Небеса будет стоить достаточно дешево. Мы пытались вспомнить наши величайшие испытания, но они казались такими мелкими по сравнению с гораздо более великой и вечной славой, которая окружала нас. Мы не могли произнести их, и все мы восклицали: «Аллилуйя! Небеса достаточно дешевы!» И мы коснулись наших золотых арф, и небесные своды наполнились пением. А что касается церкви, то эта церковь воинствующая. Это еще не торжествующая церковь. Придет страшное просеивание, и эта церковь будет просеяна. Но те, кто соблюдает заповеди Божьи и имеют веру Иисуса и свидетельство Иисуса, согласно книге Откровения, будут твердо стоять. Они не примут начертание зверя, они не последуют образу зверя и войдут в царство. Бог вложил в их уста громкий клич, и многие-многие люди, запертые в Вавилоне, выйдут оттуда. Никогда, никогда не сдавайтесь. Аминь, аминь. И услышал я великий голос неба, говорящий: «Вот скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог будет с ними, и будет Богом их». He that dwelleth in the secret place of the Lord Most High, shadow of His grace, He will safely abide. He is my peace, He is my calm in the storm, my refuge and my trust. I will not fear the darkest night, for His word will be to bear thee all thy
His word.